Столетиями мы посылали сигналы в космос в поисках ответов. И вот в 2024-м Вселенная выйдет на связь. Приведите вашего правителя. Алло, слышно меня? Зайчик, ты сейчас ужасно не вовремя. Ну ладно, пока. Целую. Что-то новенькое? Нет! Дисней и Пиксар вызывают. Ого. Назовите, пожалуйста, ваш мир. Земля. Приветствую, глава мира Земля. Вы находитесь в Организации Объединенных Видов Вселенной. Это недоразумение. Вы не глава мира, а Земля? Ой, ошибочка. Сейчас сотрем память. Что? Нет! Да, я правитель Земли. А почему другим голосом? А голос такой и был. Я так говорю с детства. Хотя давно уже не ребенок. В общем, да, я босс планеты. Начнем суд над миром, Земля. Ого. До вердикта, как говорят у вас на Земле. Ну ладно, пока, целую. Ну ладно, пока, целую. Дисней Пиксар. Элио. О тебе говорит вся Вселенная. Видела меня мама. Понимаю тебя. Я свою съел, как родился. Но порой в минуту успеха жалею об этом. А это у вас такой обычай? Нет, просто есть хотел. Все были в шоке. Только в кино. В феврале 2024-го.